Какой нам взять отряд? Из этих? Ну, льюешники, которые, наверное, с ней знакомы. Продолжаем крутить шеню. Крутила Маня, теперь буду я. Льюешники, либо которые были знакомы, либо взять, как ты, всех вот-вот. Кто тебе выпадает, типа, чтобы они не пришли? Да. Там, не знаю. It is as the stars foretold. Дилюк. Дилюк, у тебя где-то явно внизу, ты его не качаешь. Let's go. Еще кто тебе? Кто-то выпадал еще? Ну а кто там? А, ну есть еще Тигнари. Ну, Джин у тебя нет. Джин нету. Еще Тигнари на самом деле есть. Да. Но мне нужен Архонт. А Кейки у тебя нет? Нету. Вот, видишь, обалдеть. Ну-ка, занято. Зачем тебе Архонт? Ты думаешь, высокая женщина с копьем придет к высокой женщине с копьем? Да. Да, блин. О. Ну, погнали. Ну что, крутим? Ничего себе, у тебя столько крутых. Я на самом деле очень боюсь, потому что я думал, что в прошлый раз мне выпадет, ну, когда я крутил Дэхью, мне выпадет как раз-таки кто-нибудь Джин, ну, либо... Ну, Дэхью уходит в стандарт, а Шинхэ будет снова через год. Ну, это да. Такими темпами, поэтому как бы... С учетом, правда, как ты выигрываешь, если Дэхью уходит в стандарт, то там без шансов. О, уже кэшбэк, да, на C6. Вот. Шинхэ, давай приходи, пожалей наверное. Так-то я еще хочу ее сигнуть, естественно. Либо будет два тумана. Тоже хорошо. Сделаешь R2 или кому-то отдашь? Вот как бы... Ты задавался этим вопросом год назад практически? Да не год, ну, я... когда буду, в мае. Часто задаюсь этим вопросом. Ну, тогда у тебя было такое мнение, что, типа, жаль, и ты его кому-то бы другому. Ну, да, в этом плане, да. Но у тебя, в отличие от меня, есть сигна Аята, ну, у него, а там я не знаю, на кого еще такой крутой критовый меч. У Цицы у меня этот сокол. Ой, у Цицы. Угу. Второй сокол? У тебя их два же, да? У меня их два. Один у Бента, второй у меня. Угу. Мика. Ну, правда, я не знаю, зачем он. Кто, Мика? Нет. Сокол на Цице. Ну, важно. Фис чуть. Да. Хорошо, я сегодня люблю посмотреть. Хотелось бы, да, вот одну Дионочку и вот... И Вин. И Шеню. А у тебя там вот только что была голова? Да. Я просто не крутил. Ну, это 50. Вроде. Угу. Это 60-я, да? Да. Ну, у меня, видимо, будет, да, сейчас тянуть. 75 примерно. О, последний Диона. Ставим. Теперь она у меня еще будет МС бахать. Угу. Момент истины. Ой, страшно. Женя, пожалей наш бюджет, пожалуйста. Приходи. Мы тебя травкой накормим. Я испугался уже. Да. Все как ты любишь. Ура. Ура. Град. Отлично. Хорошо. Удачный день. А что, дальше ты сигну будешь? Пойти? Да. Страшный человек. Курс уже стоит. Угу.
у меня. Вот он. Да. Три крутки. Давай. Тоже так, так, хоп. Уложиться в эти 30. Было бы идеально. Вот этой вот книжечки у меня нет такой синей. Я как-то видел на ютубчике, кто-то делал в реале такую книжечку. Колокол, понятно? С фавонием. О, Синьянь и Фавоний. У Фавониев у меня всяких. И Сянка. Обалдеть. А у тебя Сянка? Сянка фул? Уже давно фул, по-моему. Да. Я просто совсем недавно только заимела четвертое созвездие, чему было не сказано. Да, гитаристка рано. Тоже. Угу. Ну, это кэшбэк, чё. У тебя вот одна и есть вот в магазине уже что-то нападало. О, 9. Шикарно. Еще одна десятка. Это типа 40, да? Да. Ну, блин. Надо еще где-то 20. 30. Вот так. Скорее даже 30. Ну, там по-разному. Ну, в принципе, осталось совсем чуть-чуть. Ну, или... Шея выбита. Или 20, или 30. Здесь еще чуть-чуть, да. Так что, в общем, в целом, Шея пришла к нам обоим. Да. Не зря подушечку покупали. Ой. Да, большая подушечка. Оля. Больше тебя, да. В рост. Ну, она высокая женщина, конечно. Все. Эвин. А сколько у тебя в итоге ушло? У тебя было 100 круток, я помню. 60 или 70 ушло на Шеню, да? Да. И вот сейчас вот буквально 30-40 на оружейку. Ну, было 30, и вот а я сейчас цирковая. Еще ну, раз. Вот ты очень бюджетно уложилась. 10. 20. 30. 35. 40, нихуя. Вот он. 43 плюс 10. Ну, 53, ладно, норм. У тебя почти все упало ранее, так ты еще 2 раза выиграл. Что-то свинюка. Свинюка. Нажал на запись, но запись не нажалась. Крутанул десяточку. И выбил пушечку. Отлично.